Меня зовут Светлана Куравская. Сегодня 13 октября 1996 года. Я провожу интервью с Владимиром Хизвером. Хизвером. Город Смоленск, Россия. Все, можем работать. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Владимир меня зовут. Фамилия? Хизвер. Скажите, это имя вам дали при рождении? Это имя я получил при рождении. Скажите, пожалуйста, вас дома по-другому называли? Нет. А ваша семья была еврейской семьей? Еврейская семья. У вас соблюдались какие-нибудь праздники, обычаи? Нет, праздников не соблюдалось. А что вы помните из быта еврейского в вашей семье? Ну, я помню только, как я приезжал к деду в Белоруссию. И он собирался в молельный дом, в синагогу, и одевал такую, ну, даже не знаю, как она называется. Талос. Накидку такую, на голову, такой поясочек какой-то с коробочкой. И я все пытался эту коробочку поглядеть, расковырять ее там, посмотреть, что там внутри. Скажите, а ваши родители разговаривали на идыш? Нет, нет. И никаких слов не знали? Ну, может быть, они и знали. Они знали, очевидно, знали. Но просто не разговаривали. Отец у меня военный был, поэтому... Вы были в синагоге в детстве? Нет, не был ни разу. И в Смоленске вы видели, где была синагога? Нет. А была она тогда в Смоленске? В Смоленске не было. При моем рождении не было. Там был кинотеатр 15-й. Это здание сейчас есть в Смоленске, стоит. Там техникум связи находится. Скажите, а когда вы были в гостях у дедушки, вы там были в синагоге? Нет, не ходил. Никогда? Нет, не был никогда. Расскажите про ваших родителей. Отец мой родился в Белоруссии, в небольшом, в деревне такая, еврейская деревня. Там все семьи еврейские были. Это где-то в 5 километрах от города Калинкович. И Мозырь там рядом, и Калинковичи Гомельской области. Семья у них была большая очень. 9 братьев было, и 1 сестра была. Ну, отец военный был. И так сложилась судьба, что он долго с нами не жил. 3 года мне было, когда отец развелся с матерью. Понятно. А ваша мама? А мать тоже с Белоруссии, только вот здесь, с Могилевской области, город Горки. А как попала ваша мама в Смоленск? А вот это я даже не могу сказать. Вы родились? А я родился в Смоленске непосредственно. Уже в Смоленске. Да. Скажите, вы посещали обычную школу или еврейскую школу? Когда я пошел в школу, то еврейской школы уже не было. То есть вы учились... Я учился в нормальной средней школе №3 имени Чернышевского на Советской, на улице Советской. Чуть выше, где находится ваш центр. Сколько классов вы успели закончить? 6 классов. Скажите, пожалуйста, а вы были пионером? Был и октябрёнком, был и пионером, был и комсомольцем, но это потом. А кто-нибудь из ваших друзей или соседей знал, что вы евреи? Все знали. Знали? Да. А как они? Вы сами это им рассказывали? Или по каким-то другим признакам? Ну, внешность моя такая, ну, еврейская. Да и я даже не задумывался. Все знали. У нас там не один я был. У меня было 4 друга. У нас было 2 русских хлопца и 2 еврейских хлопца. И мы очень дружили. Очень дружили до самой до войны. Скажите, пожалуйста, вы никогда не испытывали на себе антисемитизм, проявление антисемитизма? В прямом смысле нет. А в, так сказать, завуалированном смысле, когда уже служил офицером в Заполярье, я подал рапорт и сдал успешные экзамены и в академию. И меня только по одному, так сказать, этому признаку, 5-й графе или 6-й, какая она графа там, 5-я. Национальность. Вот. Только поэтому не взяли, хотя написали. Владимир Васильевич,
А до войны вы чувствовали на себе вот такие проявления антисемитизма? Нет. Никогда? Нет. И друзья к вам не выделяли вас среди других? Нет. Скажите, пожалуйста, вот перед самой войной вы слышали что-нибудь о нацистской политике по отношению к евреям? Нет. Об этом вообще не писали ни в газетах, ни по радио, нигде не писали. Поэтому мы сведений-то не имели никаких. То есть вы не знали, что идет целенаправленная политика по уничтожению? Не знали. И если бы даже знали, то такой трагедии, может быть, не получилось. То есть вы не испытывали никакого чувства страха? Не испытывали, да? Расскажите, пожалуйста, помните ли вы первый день начала войны? Помню. Расскажите. Я помню, это воскресенье было. Встали мы рано и собрались в комнату клеить. И, значит, мать говорит, сбегай-ка за хлебом. Здесь магазин был рядышком с нашим домом. Вот. А отец, отчим, вернее, отец уже не жил со мной, родной, а отчим жил. И он говорит, вот тебе еще 3,15 на четвертинку принеси. Я выскочил на улицу, смотрю, что-то народ так мельтешится, и все поднимают сюда к часам, к центру, к самому вот на перелеске, и громкоговорители, и все слушают. Я подхожу туда и слышишь, война, война, война. Я быстрее домой, даже и хлеба не взял, быстрее домой кричу, войну объявили. А отчим только пришел, несколько месяцев он возвратился из польской компании. Mm-hmm. Вот. И здесь вот вот в таком плане началось. Известие получили мы и узнали, что началась война. Скажите, пожалуйста, а вы боялись, что по отношению к вам будут какие-то особые акции применены, когда началась война? Когда началась война, я говорю, что мы никаких сведений о зверствах немцев, о зверствах фашистов в странах, других странах, за границей Советского Союза, мы не имели, поэтому мы понятия просто не имели, что надвигается такая, угроза. Поэтому очень спокойно реагировали. И уже впоследствии, когда коснулось это и дошло до Смоленска, до границ Советского Союза, тогда уже начало проникать. И тогда уже, так сказать, возникли опасения и страхи и прочее, прочее. Скажите, когда началась война, вашего отчима забрали на фронт? Да. А вашу маму? Первый день. Его забрали, он по специальности сам столяр, поэтому он служил в саперных войсках, и их подразделения, даже не часть, а подразделения, стояли вот у мостов, у одного и у другого моста через Днепр. И, очевидно, им задача такая была, чтобы при наступлении немцев подорвать мосты. И они там до последнего времени, эти подразделения, там рота было или, может быть, меньше, не знаю, они находились там на казарменном положении, там палатки стояли рядышком с мостом, все. И поэтому мать моя все надеялась, что его не возьмут. Скажите, вы оставались в Смоленске, когда началась война? Когда началась война, до первой бомбежки мы были в Смоленске. В своей квартире? Да, в своей квартире. А какая была у вас квартира? Комната была в коммунальной квартире. У нас было три семьи жило в коммунальной квартире. Угу. И у нас было 20 метров комнаты, мы оставались там. Так вы оставались с мамой? С матерью. И кто с вами еще? С матерью только вдвоем. У вас не было ни сестер? Нет, у меня не было ни сестер, ни братьев, никого. Угу. Смоленск начали бомбить 29 июня первая бомбежка была. И при первой бомбежке был очень большой пожар, и выгорела вся советская, в том числе и наша квартира. И вот только после этого, оставшись, в чем мать родила, как говорится, так, без зимней одежды, без лета же, теплынь такая,
без всего, без пищи, все пришлось бежать от бомбежек последующих, которые были, бежать, значит, в сельскую местность. Куда вы пытались убежать? И вот мы подались с матерью по Красинскому шоссе, туда к СОЖ такой совхоз есть, туда к СОЖи. Вы добежали туда, куда хотели? Ну, добрались мы тогда, да. Приютили там нас, приютили, и, значит, мы там находились до тех пор, пока 16 июля немцы не взяли ни Смоленск, и началось вот это вот... Что было 16 июня, когда немцы заняли Смоленск? Они буквально по мере захвата территории, они организовывали эти свои, новый порядок, свои эти, карающие органы, там полицию в селе, значит, несколько полицаев, два или три полицая, местные все управления это. Ну и они сразу же объявили, значит, цыгане, евреи явиться, кто смоляне, явиться в Смоленск по месту жительства. Вы подчинились этому указу? Ну, нам некуда деваться, потребовала же полиция. Вы не могли тогда убежать? Так а куда бежать? Некуда было бежать. Некуда было бежать. Ну и потом, ничего ж не было у нас, ни одежды, ничего. А документы были при вас? Документы, я не знаю даже, мать захватила документы. Нет, очевидно, сгорели все документы, все. Вы не могли себя выдать под другим именем, под другой фамилией? Мы не ставили такой задачи, потому что, ну, так ясно, что это евреи. А вы тогда люди уже... еврейской национальности. Вы тогда уже понимали, зачем вам нужно явиться в Смоленск? Нет, мы особо так не вдавались, но потом уже, когда по пути следования, уже стали там попадаться еще люди, еще там евреи, которые двигались, и цыгане, и русские двигались тоже в Смоленск. Вот. Ну и были разговоры, конечно, деваться некуда было. Вы двигались пешком? Пешком, да. Здесь километров 12, наверное. И была большая охрана этой колонны? Нет, эта колонна не охранялась. Мы в Смоленск двигались самостоятельно все. Как вот первые. Но попытки все равно не было? Не было никакой попытки. Все шли, как говорится, как стадо баранов шли организованно. На закон. Шли... на свою погибель. Не, сами не знали. Вот если бы, хоть они были бы информированы о трагедиях, которые разыгрались в Польше, там, в Венгрии, в других странах, все, чтобы люди знали-то, то, конечно, таких трагедий, а может, половина из этих людей, которые погибли, были бы, уцелели бы, во всяком случае. И я считаю, что это вина нашего правительства, что оно скрывало до последнего дня, до последней, так сказать, минуты, скрывало вот эти все зверства, которые были учинены фашизмом за границей. Владимир Иосифович, что было дальше, когда вы пришли в Смоленск? Ну, пришли в Смоленск, жить-то негде, а здесь уже расклеены к этому времени. Это уже было где-то в начале августа, где-то первые числа августа. Были расклеены на каждом углу, что, значит, так, всем евреям собраться в гетто, в специально отведенном месте. Это район Садков, за Днепром. Что при себе иметь, там указывалось? Там не указывалось ничего, что при себе иметь. Документы или... Ничего там не указывалось. Еду там как-то. Указывалось за невыполнение приказа расстрел. Вот что там указывалось. И все. Могли бы вы сделать вид, что вы не еврей, и не явиться туда? Это мера такая. Ну, на какое-то время, может быть, на день, на неделю в конечном счете. Это бы, так сказать, облегчило положение. Ну, а потом все равно пришлось бы. Далеко ты не уедешь, поезда не ходят, машин нет. Ходить по знакомым искать. Все ведь боятся, все за укрывательство. Ведь там же в этом же объявлении немцы писали, за укрывательство.
красноармейцев, коммунистов, евреев, расстрел. Везде написано. Ну, люди ж боялись за свою жизнь. Вы сразу подчинились этому приказу, с мамой, да, пошли туда? Да, мы сразу подчинились приказу, и в числе почти первых, там, может, было уже три десятка, человек 30-40. Вот. Мы явились туда, в это гетто. Вдвоем с мамой или кто-то с вами еще шел? Нет, вдвоем мы явились с ней. Когда вы пришли туда, опишите, пожалуйста, вид этого гетто. Гетто это представляло собой небольшой райончик. Там рядом находится еврейское кладбище, рядом же находится русское кладбище, Гурьевское. И вот эти вот жилые дома, ну, постройки такие, типа деревенских только что, обшитые, более культурные. Ну, в общем, пригород Смоленска. Около полсотни домов, наверное. Может быть, больше. Все деревянные. Да, все деревянные. Вот. Было, значит, освобождены от местных жителей, выселили их куда судьбу, я их не знаю, куда их выселили, в город или в село поуехали, или как. Их выселили, и вот эти дома по мере поступления новых партий сюда, вынужденных сюда идти, вынужденных, значит, и заселяли по 5, по 6 семей. Очень скучно было. И скажите, пожалуйста, а как огорожено было гетто от всего остального Смоленска? Ограждено? Ограждено оно было, мне кажется, на первых порах даже не было ограждено. Там было 2 выезда. Вот сюда, к мостику, на Старомосковскую улицу. И вверх сюда, вот, к выходу с кладбища, с Гурьевского. На первых порах оно, по-моему, я даже не помню, это только впоследствии оно было ограждено колючей проволокой. А охранники уже были там, стояли? Не было тогда, вначале не было охранников. И даже приезжали подводы с селянами, с крестьянами. И те, у кого была возможность что-то, или одежда, или деньги, или что, меняли, и так, значит, существовали. Скажите, пожалуйста, когда вы пришли в гетто, куда вы сразу обратились? Ну, там встречали, там был этот совет был создан. Совет был создан из... Из еврейских... Юденрат. Да, Юденрат этот. Вот. И они сразу распределяли, вот, говорит, по этой улице 4-й дом, пожалуйста. На каком языке они вам говорили? На русском, на русском. На русском. Вы не помните, Юденрат, они сотрудничали с немецкими властями? Или... Ну, я бы не там сказал... были еще представители немецкой власти или только Юденрат? Нет, нет, там не было. Я не думаю, что это взаимодействие, даже не взаимодействие, а как даже назвать, затрудняюсь, что это можно назвать сотрудничество. Просто немцы и бургомистр Меншагин и вся эта руководство, они, чтобы облегчить себе работу среди них, просто они избрали или назначили, может быть, даже. Их никто не выбирал, назначили, может, более авторитетного какого-то человека пожилого, и у него там несколько подручных было, которые объявляли о выходе на работу, о сборе контрибуций и прочее. А вы не знали этого человека? Нет, я не знала этого раньше человека. Не нет, знали, да? Нет. Скажите, пожалуйста, какие условия вас поселили в гетто? Ну, я вот говорил, что условия были очень тяжелые. Ну, одно то, что там было в каждой хате, в каждом домике было по 6, по 7 семей. Ну, а такая скученность, да, летом, да, понимаете, не имея никаких санитарных условий, конечно, здесь сразу и болезни возникали. Так что условия там были очень тяжелые.
Как вы размещались там? Ну, на одной кровати. Мы на одной кровати, такая кровать, железная кровать и доски настелены. И нарвали, значит, этого, травы насушили. И сшила она с наволочек, с двух наволочек или с трех наволочек такой, типа тюфяк. Ну и на нем вот спали мы. Без всяких одеял, без всего. Там ничего не оставалось от тех людей, которые жили в приюте? Нет, все забрали. А кто... Только вот кровати какие-то, ну если колченогие какие-то кровати, а хороших кроватей даже я не видел в этом доме. А по другим домам я не ходил, даже не знаю. А кто с вами еще был в доме? Со мной были пожилые люди такие. Там детей в нашем доме, вот где мы жили, что семьи, не было. Ни одной, кроме меня, там детей не было. Но все были пожилые, и все инвалиды были. А знакомых все. Вы там встретили? Нет. Вообще нет, в гетто? Нет. Никого нет. Не знали больше. Скажите, а кроме евреев кто-то еще был в гетто? Нет, кроме евреев не было в гетто. Цыган не было? Нет, в гетто цыган не было. Полицаи были. Ну, они приходили в этот... совет этот еврейский этот и передавали, значит, о нарядах на работу водили полицаи по разнарядке. Всех совершеннолетних. А как организовывалось привоз продовольствия или как там питание организовывалось в гетто? Привоза никакого не было. Абсолютно никакого. На первых порах, значит, тем работающим, которых гоняли на работу, выдавали 200 грамм хлеба, и все. 200 грамм хлеба, и все. Больше ничего не давали. А остальным? Остальным ничего не давали. А как остальные питались? Как можете вы, как хотите, спасение утопающих есть дело самих утопающих, как в той присказке. То есть у вас была возможность выйти из гетто? На первых порах была возможность. Можно было спуститься по выходу, туда, на Старомосковскую. Подъезжали сюда подводы с крестьянами, обменивали. Там кто хлеб привозил, кто картошку привозил, у кого было чего. Но у нас-то ничего не было, у нас погорело все в первый пожар, как был при бомбежке, и все погорело, нам нечего было менять. Так что... Если только мать, когда гнали или меня гнали, значит, на работу, то встретится кто-то из знакомых. Вот я несколько раз встречал Валя Яковлева. Моя супруга ее знает даже. Она давала мне хлеба несколько раз и картошки давала. И так вот. Скажите, Владимир Иосифович, когда вы уже были в гетто, доходили ли до вас... сведения о том, что происходит с евреями в других странах? Да, да, уже... когда уже в гетто были, тогда уже, потому что туда попали не только смоленские, вот, а жители Смоленска, евреи, а уже сюда в гетто попали те, кого выловили они в процессе, вот уничтожили в Минске, уничтожили в Прибалтике, уничтожили еще где-то в этих более западных местностях Советского Союза, и те, кому удавалось бежать, но они долго не могли скрываться, если только они не попадали в партизанские отряды куда-то. Вот. Они в конечном итоге попадали в лапы полиции, полевой жандармерии немецкой, и их сопровождали опять же в лагерь. И вот несколько семей попали сюда, в Смоленское гетто, и они рассказывали, очевидно, я так думаю, они рассказывали о этих трагедиях, которые произошли там. Скажите, вот после того, когда вы узнали, у вас уже появилось желание убежать из гетто? Ваши мамы и у вас? Конечно, появилось желание. Даже не желание, а может даже большее что-то. Возможно, но возможности не было. Не знали, связи-то не было, куда бежать. Куда бежать? Не было ни связи никакой, ни с кем, чтобы кто-то, видите, ни опыта, ни связи, ничего. Так как-то это очень, очень сложно. Это очень сложно было.
И страх. Главное, людьми обуял страх. Скажите, пожалуйста, а могли ли вы как-то передавать на Большую Землю письма какие-то или что-то? Нет, нет, связи никакой, с Большой Землей никакой связи не было. Это запрещалось? Не то, что запрещалось, возможности не было такой. Куда писать? Почта никакой не работала, поезда не ходили, люди не ездили по пропускам, только ходили с пригорода. Уже была комендатура организована, из пригорода ходили по пропускам, носили молочницы там. Скажите, опознавательные знаки вам выдали? Да, всем нашили на рукав такой лапик желтый. А я, кстати, даже не носил его. За то, что вы не носили, вам не было никаких санкций? За то, что не носил, я несколько раз получал выспитка от немца кованым сапогом в заднее место. Потом неделю я не мог ни сесть, ни лечь. И все равно не носили? Ну, не носил все равно. Значит, этот лапик носил, должны вы носить были только в гетто? И этот лапик должны были носить постоянно. И в гетто, и когда на работу гоняли, и когда ты спускаешься вот где-то продуктишки какие, может быть. Так что этот лапик, это было, так сказать, для того, чтобы люди видели, вот это не человек, вот это вот, это скотина, а не человек. И мама ваша носила? И мать носила. Все носили. Скажите, пожалуйста, вы могли бы описать один день в гетто, начиная от начала, с утра? А в 8 часов утра выгоняли на работу. Значит, заранее с вечера давали разнарядку этот Юденрат. И уже знали, что вот этот дом, этот дом, этот дом, там еще 4-5 домов, вот 50 человек идут работать на железную дорогу. Или балласт растаскивать, или шпалы таскать, или мыть вагоны, которые приходили с ранеными немцами, тогда же бои больших раз, под Вязьмы шли и дальше туда, под Москву. Вот, приходили эти вагоны все в крови, все, понимаете, загаженные, все. Вот это, когда эти немецкие санитары вытаскивали раненых этих, грузили на машины, увозили в госпитали, вот эти вагоны оттаскивали и маневренно с первого пути оттаскивал, и тогда вот мы носили воду с водокачки, а женщины мыли, драили там этими вениками, все. И потом опять формировали этот состав, и опять он уходил на восток, до следующей партии раненых там. И так это продавали. Или куда-то в город разбирали кирпичи, разовалы после бомбежек, после пожаров разбирали завалы. Немцы этот кирпич куда-то увозили, или они что-то строили, или чинили там, или дороги мастили. Вот. Ну, туалеты немцам чистили, улицу подметали. Одним словом, выполняли все самые грязные, самые тяжелые работы. Вы целый день работали? Да. И это продолжалось так, с перерывом. Это продолжалось где-то до 5-6 часов, я даже не помню. Ну, а потом приходили, знаете, чуть живые, чуть приводили полицаи. Второй ролик. Еще раз? Нет, второй ролик. Ролик номер 2. Итак, Владимир Иосифович, мы говорили о том, что немцы в гетто не делали разграничения между больными, стариками и здоровыми людьми. То есть
они посылали на работу всех абсолютно? Ну, совсем больных, инвалидов они не посылали, конечно. И старух 70-летних, 60-летних они не посылали. А вот пацанов таких, юношей, таких, как я, ну, я вообще-то ростом маловат такой, не гигант, они не смотрели и требовали, чтобы работали все. Скажите, вас на работы, так сказать, гнали строем или как-то вы... Да, не в буквальном строе, смысле строем, но шли группой и сопровождал полицай. Вы проходили по Смоленску, когда шли из гетто? Да, конечно, естественно. Иначе не пролетишь по воздуху. А какова была реакция местного населения, когда они видели вас вот с этими повязками желтыми? Ну, на первых порах они реагировали, конечно, все останавливались, смотрели, что это, куда гонят, вот. А потом, видно, свыклись. Сочувствие было в их глазах? Или наоборот? Было и сочувствие, было и ненависть была, все было. То есть все было. Скажите, пожалуйста, вот... Ну, больше сочувствия, конечно, было. Вы говорили, первое время было, не было ограждения. Когда стали появляться ограждения? Ограждение стало появляться уже в 1942 году. Где-то в феврале, в марте они натянули проволоку. Извините, мы вернемся немножко назад. Какого числа было организовано гетто? Гетто начало функционировать где-то в первых числах августа. До февраля можно было спокойно выходить и заходить? Да, можно было выходить. Ну, ночью патрули там ходили. Вот, и наблюдали, конечно. Вообще, не только в гетто, и в Смоленске было комендантский час, и все это сопряжено с опасностями. Вот. А впоследствии был ужесточен уже режим содержания. А вот к июлю уже стояли, и охрана стояла возле верхних и нижних ворот. К июлю какого года? И к июню 42-го года. 42-го да. года. Скажите, людей много умирало на ваших глазах в гетто? А у нас вот в доме, где я жил, при мне, я помню, 6 человек умерло. Еще до того, как вот ограду поставили? Да, да. А как их хоронили? А здесь еврейское кладбище было рядом. Разрешали по еврейским обычаям? Да, хранить? Разрешали. Был раввин в гетто? По-моему, да, был какой-то. Какой-то дед был такой, пожилой мужчина был. И я помню, один раз я пошел смотреть. Завертывали какое-то белое покрывало такое. И полулежа, полусидя его опускали туда и в могилу. Памятник не ставили? Нет, памятников никаких не ставили. Хоронили на территории еврейского кладбища? Да, насторонили на территории еврейского кладбища. И отпевали его, как надо? В смысле, кидуш над могилой произносили? Ну да, что-то по-еврейски что-то читал там этот вот дед там. Угу. Вот. То есть это не запрещалось? Нет, это они хоронили, хоронили по нашему еврейским этим, ну, традициям, как это. Скажите, пожалуйста, вы не помните, были ли в гетто коммунисты, евреи? А вот этого я не знаю. Не знаю. Не знаю, не могу сказать. Тогда ведь скрывали все это. И еще скажите, а помимо того, что умирали своей смертью, известны ли были вам факты, что насильно депортировали из гетто и что-то, и потом они не возвращались, эти люди? Нет, я вот помню, два случая было, когда несчастный случай. Было какой-то несчастный случай был на вокзале и придавило или балкой придавило при разборке завалов и насмерть придавило. Ну, на телеге, даже немцы не дали ни машины, ничего, на телеге привезли его, этого мужчину, вот, и его хоронили здесь, на этом кладбище еврейском. А насильственных никаких акций не совершалось? А насильственных нет, при мне не было. То есть никого не увозили, не расстреливали? Нет, не увозили, отсюда никуда не увозили. До определенного дня.
Это понятно, да. Скажите, вот мы начали говорить о дне в гетто, вы сказали, 8 часов был подъем, вас будили специально? Ну, не специально будили, специально никто нас не будил. 8 часов собирались, сбор, вот на перекрестке улиц, там такие улицы, на перекрестке улиц, эта бригада, там 30-40 человек, старший назначен, вот он докладывает, что все в сборе. Полицаи говорят, шагом марш. И все, и пошли. И приводили вас обратно? И приводили, в пять часов кончали, где-то в шесть часов мы были дома. А потом? И все. То есть вы занимались? Все забирались по своим норам, если это можно так только сказать, это не жилье, а норам, по норам. И никто никуда не бегал, ничего особо я не видел, чтобы дети играли там, прыгали. Ну, самые маленькие, может быть, там, 3-летние, 4-летние. Я не видел, чтобы матери отпускали детей, потому что просто боялись. Вот. И все сидели в своих этих домиках и занимались лично своими заботами земными. Кто уставал, чуть живой. Скажите, а когда вы почувствовали, что вам грозит смертельная опасность? Ой, чувствовали мы все время эту опасность. Чувствовали, я говорю, когда вот дошли слухи о ликвидации, и, вернее, об экзекуциях над и расстрелов евреев, так мы все время это чувствовали. Все, этот дамоклов меч все время висел. И на душе, и, как говорится, в голове. Ну, измученные работой и заботами о хлебе насущном, как-то отвлекались от этой мысли. Ну, все равно она не уходила. Все время она присутствовала. И только последние, вот, может быть, неделя до уничтожения Смоленского гетто, какие-то были поступы к ужесточению. Значит, акция планировалась на 14 июля. Ну, когда она планировалась, мы не знали никто. Это... Ну, совершилась она 14 июля. Да, совершилась она с 14 на 15 июля. Вот вы говорите, за неделю вы стали что-то чувствовать. Как, что именно вас насторожило? Ну, во-первых, вот тут выставили они эти немецкие, эти полицейские посты. Вокруг гетто? Да. В особенности спуск. Вот ворота верхние, нижние. Ну и так по периметру тоже там ходили. Не постоянно стояли, а ходили. Вот это уже говорило об усилении охраны. Ну и еще слышали мы, что отбирали какие-то, каких-то специальностей куда-то, или собирались отправлять, или какие-то списки составляли. Вы не помните, какие специалисты? Нет, каких-то специалистов каких-то, вот не знаю только каких, не помню, меня это не касалось, и матери тоже, но только мужчины отбирали какие-то, очевидно, отбирали те, кто им. Я потом уже подумал, что те, кто им нужен был, они готовили, так сказать, для дальнейшей работы. Для кандидатуры, да, для дальнейшей работы. Потом я только узнал, что, оказывается, даже с Варшавского гетто были сюда пригнаны евреи с Варшавского гетто. И они здесь занимались строительством, но жили не в гетто здесь, а их одели в польскую форму, польских военных. И жили они как военнопленные вместе с нашими военнопленными русскими на Краснофлотской. Накануне расстрела, что... Расскажите, пожалуйста, про день накануне расстрела гетто. Накануне такой же день был, тоже работа. Пришли с работы, ну, что было, по грамм по 100 хлеба, меньше, может быть, поели. Это было
13 июля 42 года, да? Да. Угу. Еще что-то помню, с морковки. Морковку где-то она достала, несколько морковин достала. Я погрыз ее. Ну вот. Ну, картошки еще не было. Там картошка росла, этих были участки, те, которые за чертой гетто жили. Я его разрешал до самого, до самых ограждения, ну, садить картошку. Еще не было картошки, а так вот поели и легли спать. Даже нет, там не было ни света, ничего. Света никакого не было. Кто сумел достать, кто-то знакомых встретил в городе, попросил, принесли еще, когда можно было свободно общаться, принесли лампу с керосином, и все. А потом выгорело, сколько на лампе. Ну, надо доставать керосин. А где вы доставали керосин? Кто где менял, где-то доставали. А меняли на что? У кого что было менять? На одежду, на золотые кольца. Золотые кольца вам разрешалось где-то проводить? То есть не отбиралось у вас? Ну, они не обыскивали еще. Они тогда не обыскивали. Они потом, когда уничтожили, они все. Хорошо, расскажите, как дальше происходили события вот, накануне. Ну вот, легли мы спать в эту ночь. В 12 часов еще только-только начали засыпать. Такой самый, такой, ну, тревожный сон. Вдруг слышу шум какой-то. Мать говорит: «Володь, вставай, 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 вставай быстренько». Я говорю: «В чем дело-то?» «Выходи на улицу, выходи». И здесь полицай заходил в каждый дом и всех выгонял. Определенную, например, вот по этой улице, там 10 домов есть, вот он все проходил. Предупредил всех, через 10 минут, чтобы собраться вот здесь вот, на улице всех. А потом отправлял их туда, к перекрестку, а там уже стояли с вечера уже, стояли душегубки эти. Душегубки, это что такое? Это такая длинная машина, типа вот как сейчас, рефрижератора. С фургоном. Да, фургон закрытый. Угу. Закрытый фургон, металлическим оббит. Металлом, угу. Кузов. Много стояло машин? Вот, их было 4 машины, по-моему. И они фарами освещали как раз, фарами освещали вот этот перекресток. Такая своеобразная площадь была. Извините, пожалуйста, Владимир Иосифович, мы не уточнили, а сколько вообще человек жило в гетто? Примерно, как вы считаете? Я думаю, где-то около больше 2500. Это вот сразу как загнали? Да, нет, сразу как нагнали, где-то было, наверное, ну, тысяч около 3. А потом начали умирать многие. Чем старенькие особенно. Ну, голод. Ну, через день накануне было... И где-то около 2000, да, я думаю, было. И три машины эти стояли? 4. 4 машины? Да. Угу. Пожалуйста, товарищ. Ну вот, они стали, значит, поднимать по нашей улице вот несколько домов. Вышли мы. И там до перекрестка очень небольшое расстояние. И пошли туда все. Здесь, значит, отделили. Женщин отделили, детей отделили. Так они как-то в сторонке стояли. И мужчин отделили тоже отдельно. И вот стали сажать женщин. Я слышу, а здесь недалеко вот такой спуск, обрыв такой пологий. И картофельные посадки, картофеля. Картофельное не поле, поле называли, огород. И картофель... Ботва довольно большая такая была уже, наверное, вот такая. И я стоял на самом здесь краю, метров 10, наверное, от меня. Немец стоял, ну, и там с той стороны полицай стоял тоже. Метров 10-15, может быть.
И только слышу: «Володя!» Ну, крик матери, ты всегда, так сказать, узнаешь, когда родная мать. Ну, кричит: «Володь, спасайся!» Я замер в это время и туда посмотрел, туда. Я очень шустрый был парень. Такой был шустряк. Я до этого ноги несколько раз ломал в парке. На лыжах катался. Ну, вообще такой шустрый парень был. И Смоленск весь оббегаешь, когда в детстве. И я туда посмотрю, туда посмотрю, туда. Потом шмых, и секунда. И я в эту борозду влез. А вы видели, мама ваша откуда примерно кричала? Уже в машине была или? Их уже садили. Видно ее очередь. Ну, там же они так, а по одному подсаживали туда. Там лесенка такая была. Подсаживали туда в машину. А остальных детей тоже в отдельную машину сажали? Нет. Вы успели что-нибудь вообще рассмотреть, как сажали? Как? А? Успели рассмотреть? Я что-то? моментально. Я только не успел даже взглянуть и посмотрел налево-направо, смотрю, немец отвернулся туда, смотрит на эту машину, а полицай в другую сторону. Ну, посмотрел, здесь надо момент просто такой вот получился у меня момент этот, что ни один, ни другой не видел, как я шмыгнул туда, борозду. И я когда туда бросился, я сразу лег и замер. И так я пролежал всю ночь, не двигаясь, даже ногой не шевелясь. Скажите, а вообще вы догадывались или знали, куда? Ну, я сразу понял. Тогда я уже сразу понял, что это уже последняя черта, что это уже везут. Машины-то не грузовые с открытым кузовом, когда на работу там, например, нас хоть не возили на машинах, мы пешком ходили. Но обычно, если куда-то на машинах везут на работу, это открытые машины, там скамейки, лавки есть. А здесь закрытая машина, и работает она, и видно, значит, насажают, а туда вмещалось, наверное, я думаю, сотню, если не больше. Скажите, вот вы там были в укрытии, вы что-нибудь слышали? Крики слышал, плач. Такое стоял страшно. И крики, и плач. И... А немецкую речь тоже? Как она? Ну, как они обращались? Немцы кричали: лос, быстрее. Ничего не объясняя? Ничего не объясняю. Только кричали: лёс, юды, лёс. Быстрее. Угу. И так всю ночь эти рейсы делали. Сколько раз вы так слышали? Сколько раз они сделали таких рейсов? Я думаю, что не меньше 8-9 рейсов они делали. И как часто они возвращались? Ну, через час, наверное. Ну, к утру тише было. Но все равно машины ездили. И только на следующий... Ночь всю пролежал, день пролежал. И только на следующий вечер, это сутки. Вы лежали так все в одной позе, в одном месте? Ну, к вечеру, когда затуманилось, уже немцев здесь поблизости не было. Поэтому я мог перевернуться и на бок лечь, и голову высунуть чуть-чуть, посмотреть, что там. А у вас не было желания убежать? А? Желание убежать далеко. Да было желание. Ну, у меня желание было не только убежать. Желание было, надо было оправиться, я не мог, терпел. И все, ну, все человеческое было притушено. Ну. И только на следующий вот вечер, уже сумерки стали, я потихоньку по борозде прополз, не встал и пошел, а прополз по борозде. Вниз спустился, почти до самой Новомосковской, около нефтебазы. Там поразрушено было, домики разрушенные какие-то были. И вот между этими домиками по огородам я дополз почти до кювета, вот как Старомосковская улица идет. Смотрел движение пока еще. Залег опять. И вот когда уже стало темно совсем, я перебежал Старомосковскую, перебежал железную дорогу,
Да, железную дорогу. И да. пришел к этому, к Днепру. К берегу Днепра. И вот по левому берегу этому я пошел к новому мосту туда. Там был разрушен мост. Владимир Васильевич, вы пытались узнать, что произошло с вашей мамой и со всеми? Нет, я не хотел никого видеть. Я так боялся. Ну, вы уже знали, наверное. Ну, я понял, что все это кончено, но я очень-очень боялся, чтобы меня никто не видел, и чтобы я так сказать, потому что спрятаться негде было мне. То есть вы уже не надеялись увидеть вашу маму? Нет, я не надеялся увидеть. Я сразу понял, что это уже последняя черта. И вы тогда были уверены, что вы один из уцелевших? Я думаю, что я один, да. Ну, тогда вы еще, наверное, не знали. Не знал, да. Ну, больше я с кем бы я ни беседовал, где бы я ни узнавал, я нигде не слышал, чтобы кто-то еще спас. Когда вам люди сказали, что произошло? И где произошел расстрел? Когда мне люди сказали... Когда я перебрался на тот берег Днепра, и когда я пришел к отцовым, к отчима знакомым, вот они мне там рассказали, что, очевидно, до них дошли уже эти сведения, что евреи всех расстреляли, или, как они говорили, что покончили евреев всех. Визавеньках. Да, Визавенька. Угу. А я и не знал, где это Визавенька, где я не знал это до самого, даже уже после войны не знал. Даже после войны не знал. Только когда я вернулся в отпуск с фронта, так, я приехал в Смоленск, и мне рассказали, и меня повели туда, на это место. Угу. Владимир Васильевич, расскажите, что вы делали дальше, когда вы убежали? Ну вот, так получилось, что за три недели или за две недели в Смоленск сюда вернулся отчим. Он попал... За две недели до... До уничтожения еврейского гетто. Mm. Даже за три, наверное, недели. Ну, месяц еще не прошло. Сюда вернулся отчим. Он был ранен под Вязьмой. Ему оторвало одну руку, правую, а левую, как карабин, он не карабин, вернее, а винтовку он держал, ее перевернуло и перебило. Переломало кости все, перебило. И вот он одно время там был в лагере, под Вязьмой где-то. Потом немцы ему сделали операцию, значит, культю эту там зашили, она начала загнивать, ему ампутировали, зашили, эту наложили. Он некоторое время был в лагере, но он, понимаете, не похож на еврея. И он, видно, не сказал, что он еврей. И дали ему документ немцы, аусвайс так называемый. И он пешком где на подводе, где пешком с Вязьмой пришел в Смоленск. В надежде он еще тогда даже не знал. И когда пришел в Смоленск, когда узнал, что евреев всех в садках расстреляли, он пошел к своему этому другу Яковлеву, с которым работали. И я там оказался. И вот мы с ним встретились с тех пор, как мы расстались, когда его призвали в армию. Вы дальше пытались скрываться? И дальше вот мы у Яковлева пробыли где-то три дня, по-моему, и он ему дал, значит, намек дал такой, намек, что, мол, Иосиф, я тебя больше не могу держать, потому что это опасно и для тебя, и для меня. Ну и, значит, а мы с ним уходим с отчимом. Mm-hmm. Уходим с отчимом. Вы ушли из Смоленска? Да, из Смоленска.
А как вам удалось уйти из Смоленска? Ну, здесь не очень-то, конечно, сложно было уйти. Он обросший такой, как как ну, дед 70-летний, без руки, с котомкой. Мне тоже дали такие башмаки какие-то обтрёпанные. Девичьи даже, по-моему. Вот, и такой армяк. И мы с ним пошли как все равно, ну, как по миру. То есть вы пытались скрыть, что вы еврей? Ну, да. Внешность как-то изменилась? Скрыть это очень тяжело было. И вот мы старались не попадаться на глаза. Конечно, меньше по этим, по дорогам, этим таким главным, а по проселочным дорогам выходить где-то по врагам, по тропкам. Вышли из Смоленска. В какую сторону вышли? А? В какую сторону вы пошли? Вот по Красинскому шоссе. Угу. То есть на запад? Да, да. На запад. Да. Угу. Туда, к монастырщине шли. Долго вы шли? Ну, наверное, месяц. Чем вы питались? Ну, кто подаст, кто подаст. Заходили в деревню, узнавали там в крайней хате, есть ли немцы, нет ли полицаев. Ну, просили там. Заходил ваш отчим или вы сами? Отчим ходил, и я ходил вместе с ним. Ну, кто даст, а кто... Вы не боялись, что вас могут выдать? Боялся. Ну, и говорили, убирайся отсюда, еврейская морда. Сейчас, говорю, получишь. Ну, пришло поворачиваться и уходить. Ну, вот так вот. Где в поле подкопаем что-то? Какую морковку, какую картофель, но еще только вот такие вот, еще не выросшие. Ночевали в сараях, в этих, в пунях, там, где скот держат. Там. Вечером кипятку накипятим. Котелочек такой они дала нам, это Яковлева, маленький. И попьем без всего. Соли дала, грамм 150. А были ли у вас какие-то документы с собой? Не было никаких документов. У него был документ, который ему дали немцы. А что там было написано? Что там, что вот раненый белорус отпускается домой в Смоленск. Это немцы выдали? Фамилия, имя, отчество, все. Имя и отчество его, и фамилия? Его, все его. Хизвер? Да. Все его. А национальность белорусская написана была. А вы не пытались выписать себе какие-то другие документы? Нет, ничего. Но это же надо было идти куда-то в какие-то в органы ихние, в какие-то ихние структуры, полицейские, бургомистр, ну и все, да. А как же я пойду, когда Смоленск где-то уничтожили, когда всех евреев уничтожили? Скажут, ты откуда выплыл? Значит, вы так просто скитались и скрывались? Да, до тех пор, пока вот не встретились с маленькой группой партизан. Когда это произошло? Это произошло в 42-м году. В начале октября, наверное. Уже холодно становилось. Расскажите, как вы с ними встретились, подруг? Ну, они, видно... Их было человек 15 или 20, так примерно. И они, видно, здесь были, ночевали. И уходили на какие-то задания, а может быть, уходили на Ипуть, таскали оттуда оружие, когда было наступление еще наше. Это Белоруссия? Нет, это Смоленская область. Около Белоруссии? Да, нет, это в районе вот за Монастырщиной сюда. Здесь недалеко. Но Михайловское такое почтовое отделение. А может, они были где-то на операции, полицаев разгоняли, или, может быть, добывали пищу себе. И они вернулись в эту пуню. Когда... А мы пришли раньше их туда. Они-то ушли, наверное, утром, а мы пришли где-то в обед, может быть, чуть позже, где-то в 4-5 часов. Уже смеркаться начинало, это же октябрь месяц. Вдруг слышим с ним, еще не спали, там сено такое натаскано было. И вдруг слышим разговоры такие. Мы притихли, и вот они заходят. Ну, слышим русскую речь. Сначала не поняли, мы в угол забились.
Присудинство 6-го года. Я, Куравская Светлана, беру интервью у Хизвера Владимира. Город Смоленск, Россия. Владимир Иосифович, кассета номер 3. Владимир Иосифович, мы остановились на том, что вы рассказали, как вы впервые встретились с партизанами. Значит, вы услышали какие-то голоса, и что было дальше? Ну, и на первых порах мы не знали, кто эти такие. А потом уже, когда они стали между собой там разговаривать, то мы здесь уже поняли, что это какие-то не немцы, не, и не полицаи. Не, а они начали рассказывать, что они были там-то, там-то, то другое, в общем. И мы здесь вылезли из этого сена, из этого, вылезли из своего укрытия, и они, значит, увидели нас. Ну, сначала они неодобрительно, значит, к этому делу отнеслись. Вы говорите, идите, идите в село, или что, я говорю, а отчим говорит, мы погибнем там, что ж я без рук, одна рука, руки совсем нет, вторая не действует, а его сразу полицаи схватят, меня показывает, мальчика сразу полицаи схватят, скажут, сбежал с еврейского гетто, все. Ну, взмолились, я чуть ли не начал даже плакать. Mm-hmm. Возьмите нас с собой, возьмите нас к себе, иначе мы погибнем. Ну и Грицкевич такой, Николай Петрович, командир этого отряда, долго думал, говорит, ладно, пускай остаются, будут помощниками нам, будут, значит, на первых порах хозяйские эти. А как теперь были? Прервемся. Владимир Иосифович, а вы вообще раньше слышали о партизанских отрядах? Да, слышали. Что они организовываются по лесам? Да, и, да. Вот. И когда вы узнали, что это партизаны, вы именно захотели? Ну, когда мы узнали, когда мы с ним узнали, что это партизаны, так у нас единственное... Выход был, чтобы это, чтобы с ними остаться, как-то хоть обезопасить себя. Сколько, скажите, сколько человек было тогда, вот в тот момент, человек, когда вы с ними разговаривали? 20, не больше, меньше. Вот в этом месте? Да. А потом обрастали больше, больше. Они вас забрали с собой? Они ночевали здесь, вместе мы с ночевали, они накормили нас и сказали, ладно, оставайтесь с нами. Будете помогать, так сказать, по хозяйству. Ну, там вот сготовить что-то надо, там-то другое. Уже приходилось отвлекаться на кого-то на приготовление. Ну, у меня же руки есть, там, картошку почистить, там, или еще что-то еще. Костер развести, там, все. Ну, а потом было у них 2 лошади. Надо было и лошадей попасти. Скажите, а вот в этом месте, где вы вот вы их встретили, это их место базирования было? Это или? Такая, я бы не сказал, что это постоянная база, это просто такой перевалочный какой-то пункт был у них. А где? Они здесь на несколько дней там остановились, и на одном месте у них не было еще базы. И потом вот в этих монастырских лесах здесь у них, здесь лесов-то больших таких нет. Таких в нашем понимании лес здоровый, как Брянский лес. А здесь так, ольшанник, там, малинник, там такие. И вот уже к октябрю, когда опадает, уже здесь скрываться им, уже было очень трудно, очень сложно. И они решили, командир вот этого отряда, Грицкевич Николай Петрович, решили перебазироваться, пробираться ночами туда вот за Рослов, в Брянские леса, в Клетнянские леса. А они устанавливали связь с другими партизанскими отрядами? Нет, нет, тогда еще не было связи. Отдельные группки такие были. Понимаете, у них вот эта группа, вот эта партизаны, это были, как сказать, окруженцы, которые попадали в окружение и скрывались в лесах. Они местные, они очень часто и местные были отдельно, у них отдельно свои были группы такие местных жителей.
Но вот в этой группе были почти все окруженцы. Только, вот помню, что-то два или три из этой местности. А остальные все были военнослужащие, военнообязанные окруженцы, которые попали в окружение. Кто скрывался в лесу, кто в примаки шел к этим к женщинам, помогал по хозяйству, и она его, значит, принимала как мужа, чтобы только ему в лагерь не попасть. А потом, когда вот началось уже организовываться, они ушли в партизаны. Как долго вы были в партизанском отряде? Было до самого освобождения Смоленщины. Это Смоленщин, Смоленск освободили 25 сентября 43 года. Да вот до 25 сентября. Потом, значит, мы... А в каких акциях партизанского вашего соединения? Это соединение или отряд, как это называется? Потом было это соединение. Вторая Клетнянская партизанская бригада. Когда мы пришли уже с Смоленщины на Брянщину, туда, в Клетнянские леса, то там соединились. Там уже началась, так сказать, настоящая войсковая, ну, организация. То есть роты, батальоны, взвода, оружие там. Уже у них была рация, уже была связь с западным штабом Западного фронта. Уже и самолеты приходили, прилетали и сбрасывали. И медикаменты, и оружие сбрасывали. Так что... А потом блокада началась, когда началось наступление на Сталинград немцы, то началась блокада, чтобы обезопасить тылы свои и железные дороги. Они хотели, там не один наш отряд, там было несколько отрядов, там было около 10 тысяч брянских лизаков, больше даже, было очень много отрядов. И большие были соединения. Первая Клетнянская, вторая бригада, пятая Вординская бригада Казубского. Там было много отрядов. А в каких акциях вы участвовали против немцев? Ну вот, в каких акциях? Вот станция Пригорье было, значит, нападение на станцию Пригорье. Я участвовал в этой акции. Патроны подносил пулеметчику. Там с ним еще был номер, второй номер пулеметчика. Но поскольку у нас все боеприпасы с собой, у нас же нет баз, то уже, значит, требовался еще один человек, чтобы эти коробки. И вот коробки эти волочил к пулемету. Теперь на Белынковичском мосту, это уже в Белоруссии, это где-то в июле 43-го года. Это в Могилевской, в Гомельской области уже. Беларусь. Да, это уже в Беларуси, на границе Белоруссии. И сюда, за Шумячей, туда, на юге Смоленской области, почти на границе Белоруссии. Скажите, вы по возрасту там были самый младший? Пожалуй, да. Пожалуй, да. Но я не один был такой. В нашей бригаде было 6 человек, по-моему, таких пацанов. А знали, что вы еврей? Да, знали, что я еврей, знали, что и отчим еврей, хотя у него был документ от немецкий. Но он сказал все. А как относились? Нормально все. То есть никаких наоборот, не было? Наоборот, оберегали. И иногда в боях вот где-то, когда трофеи немецкие, то и даже... Эти сладости угощали сладостями. Так что отношение было очень хорошее. А ваш же отчим не мог воевать, участвовать в военных операциях? Нет, он не мог, конечно. Да, он в хозяйственном взводе был. Он в хозяйственном взводе был. Скажите, пожалуйста, вот когда освободили Смоленщину, как дальше поступали? Что вы дальше будете? Когда освободили Смоленщину, вот мы сделали такой марш. Это почти от границ Белоруссии сюда, не в Смоленск, а в Кондрово. Там был тогда обком партии, и там был пересыльный пункт специально формировочный для партизан.
И вот туда эта бригада наша пришла. Там разоружение было, сдали оружие, и там было переформирование военнообязанных всех, которые не ранены, ничего, значит, направляли в запасные полки, раненых в госпитале, инвалиды, которые были у кого-то, были уже в боях, и вот отчим его отправляли в Смоленск. Угу. Вот. Вы тоже были в Смоленске? Вот, нет, значит, я говорю, я пойду в действующую армию. Ну и вот тогда, когда начала комиссия, значит, проверять, спрашивают, малость, с какого ты года? А я говорю, с 27-го, они все смеются. Ты, говорит, такой маленький, ты себе прибавляешь года, якобы рвешься на фронт. Я говорю, я только вышел оттуда. Ну и они все равно написали 30-м годом и направили в запасной полк. В запасной полк, который стоял в Ярцеве. Владимир Иосифович, а вот вы не стремились попасть в освобожденный Смоленск, чтобы найти как-то следы? Нет, такого стремления у меня тогда не было. Тогда такого стремления у меня не было. Вы просто, наверное, боялись еще. Да, у меня еще слишком страх у меня еще не прошел, и я просто боялся всех этих переживаний и боялся известий. Вообще даже боялся в Смоленск попадать. Боялись вспоминать об да. этом еще. Хорошо, расскажите, пожалуйста, как сложилась дальше ваша военная судьба? А дальше я попал в запасного полка в действующую армию, сыном полка. Какую действующую армию? В действующую, которая действовала на территории уже, ну, на фронте. У нее было название или... 33-я армия, да. 33-я армия. Вот полк, не помню, там написано у меня в военном билете. Не помню сейчас полк. Номер полка забылся. А командира полка? Не помню. Я командира полка вообще не видел. Угу. Вот. И в артиллерийская часть. И я при артиллеристах, так и был сыном батареи артиллерийской. Это недолго было. Началось наступление на Оршу, вот Багратион, наступление, вот это вот наше освобождение Белоруссии. Это уже январь месяц. Пока здесь формировка шла месяц, вот, и потом, когда пока передислоцировались сюда, ближе к фронту, этот запасной полк отправился. А здесь пришел, здесь как раз вышел указ правительства об организации суворовских училищ. И это какой год был? Это 43-й год был, да. Нет, 40... Да, 43-й, да. 43-й декабрь. Декабрь 43-го года. Сентябрь, октябрь, да, пока вот месяц я в запасном полку был, потом ноябрь я на фронте был, а в декабре вышел этот указ об организации суворовских училищ, и всех, вот кто без родителей остался, дети, сироты, мальчишки, ну, если он желает, отправляли учиться. И меня вызвал командир батареи, говорит, поедешь учиться. Ну, здесь я уже военный. Не помните его фамилию? Нет, не помню его фамилию. Здесь уже я не то, что там хочу, не хочу, я военный уже был. Я говорю, слушай, ну и выписали мне документы проездные. Дорога, железная дорога не работала. Выписали мне аттестат продовольственный, вещевой, и как каждому военнослужащему, все это командировочное удостоверение, и поезжай, добирайся до Москвы. Дали сухим пайком там. И вот я по магистрали Москва-Минск добирался. Несколько дней, дней пять, наверное, добирался на попутных машинах. Добирался, еще бомбили, поезда еще не ходили. А от Смоленска до Москвы ходили, но только очень редко ходили поезда. И пассажирские, по-моему, еще не ходили поезда. А только военные составы, железнодорожные, ходили с войсками и с боеприпасами, подвозили здесь же, и фронт недалеко был.
Вот, еще немцы бомбили, и несколько раз мы попадали, пока добирались до Москвы, по магистрали Москва-Минск, несколько раз под бомбежку попадали на машине. Ну, в Москву приехал на попутной машине. Давай, там патрули еще есть. На вокзалах я к патрулям обратился, они мне рассказали, где это найти. Там предписание было написано. Это управление вновь созданное Суворовских училищ военных. Вот туда приехал. А там направляют меня в Калинин. Теперь Тверь. Училище было в Калинине. Да. И ехал один генерал-майор туда организовывать это все, очевидно. Или проверять, вернее. И он захватил меня на самолете. Там лететь, там 180 километров, близко очень. Ну, замерз на По-2 летел. Замерз страшно. Так он даже пытался мне это, свою бекешу снять, согреть меня. Ну, говорю, сейчас уже прилетим. Владимир Васильевич, как долго вы учились? Учился я там, вот, значит, с 44-го года по 49-й год. Значит, вы уже не попали больше на фронт? Да, больше я уже на фронт не попал. Угу. Вот, а кончил Суворовское училище. И после... пошел в офицерское училище. Расскажите, а когда вы потом попали в Смоленск? Первый раз после войны? Первый раз после войны я в 46-м году. В 46-м году я приехал с Суворовского в Смоленск в отпуск. Угу. Приехал, я там в Суворовском со мной вместе был секретаря райкома, подпольного райкома партии Смоленского, Ярцевского, Валуев Якова Петровича, сын, вместе учился. И вот, значит, когда мы ехали вместе, ну, приехали, и я у него жил. А потом все время я по существу даже, можно сказать, стал приемным сыном у него. И мы ездили каждый год сюда. Вы пытались отыскать место расстрела? Я не пытался, тогда еще здесь никого не было. Только я разговоры слышал, что вот во время войны здесь, в Садках, расстреляли евреев. Я пошел туда, пошел в Садки, нашел этот дом, где я был, вот, нашел другие дома. Но сказать что-то мне, эти жители уже, видно, возвратились, те, которые выселили хозяева этих домов, и они ничего не могли. Они не здесь жили, а кто по деревням разъехался сюда. То есть еще никто не знал, где произошло, где место расстрела? Нет, знали, некоторые знали, но просто мне не попадались эти люди, которые знали, где эта трагедия произошла. И только когда уже я офицером приехал на месяц сюда, то я разыскал людей, которые знали. Угу. Иосиф. И мне показали. Владимир Иосифович, как сложилась судьба вашего отчима? Отчим мой, надо сказать, что неудачно сложилось. Он инвалид войны. Его отправили в дом инвалидов в Подмосковье, а он там спился. Ну, то есть он после войны еще жил? Да, некоторое время жил. Я даже приезжал с армии, я служил в Эстонии тогда. Приезжал, привозил ему, ну, белье свое отдавал ему, все пропивал. Ну, а вы пытались узнать, что с вашим отцом? Найти отца? Да. Ну, это история особая. Рассказать ее. Это у меня была встреча. Отец со мной же не жил, а он развелся с матерью и уехал в Калинин. И вот там, в Калинине, я встречаюсь с его второй женой. Ну, эта история очень такая... знаете, запутанная. Не то, что запутанная, а просто как детектив. А отец ваш воевал?
Да, отец мой военным был. Он, на фронте воевал? Да, на войне погиб под Новгородом. В то время до войны, в 30-х годах, две шпалы носил. А скажите, вот новая жена вашего отца не рассказывала вам, пытался он разыскать вас в начале войны? Нет, она. А он же тоже, в начале войны погиб. В самом начале войны? Почти в начале войны, когда под Новгородом и Псковом начали, немцы дошли до Нового Пскова, он погиб там. И только благодаря тому, что я несколько лет, года 4 или 5 писал в Главное управление кадров, во многие места писал, и мне отвечали, что нет сведений. И только через 5 лет мне сообщили, что где он похоронен. И потом эти мои сводные братья, два, сейчас уже одного нет, умер, один живет там в Калинине. Вот, они ездили туда, а мне не пришлось. И так вот договорились мы, что мы поедем, например, в этом году. А в этом году умирает брат этот. Скажите, а вы пытались разыскать родственников ваших после войны или во время войны? Да, пытался. И вот я нашел, тетку нашел. Она приезжала меня здесь, искала. Но меня не было, ей только сказали. Во время войны приезжала? Нет, не во время войны. Она приезжала после войны уже, в 46-м. И ей сказали, что вот Володя приезжал в Суворовском училище. Но не сказали, не знали, в каком Суворовском, поэтому она долго искала. А потом я уже Суворовское кончила и курсантом приезжал и разыскал ее. Встретились мы с теткой. Она не здесь уже жила, а жила в Горках, в Белоруссии. Угу. Скажите, пожалуйста, вот кроме вас, вашей матери, из ваших родственников, родных, кто-то еще пережил Холокост? Столкнулся с такой? Ну, вот тетка ж моя осталась жива. Она не была, так сказать, в еврейском гетто. Так судьба сложилась, что она не была в еврейском гетто, поскольку она не похожа, ей удалось ей уйти от немецких преследований. И она жила в Горках. А всю ее по мужу, всю семью расстреляли. А где расстреляли? Там, в Горках. В Горках. Да. А со стороны матери? А со стороны матери тоже там все погибли. Все, там тетка ее, сестра ее, моя тетка. Они тоже были в гетто? Нет, по-моему, не они в гетто не были, но их там так расстреляли всех. Сразу. Хорошо, спасибо. А как дальше складывалась ваша послевоенная жизнь? Ну, после того, как я окончил Суворовское, я в Ленинград поехал, учился в офицерском училище в Ленинградском. Кончил училище, присвоили звание лейтенанта, служил в войсках, служил, например, где на Черной речке под Ленинградом, где Пушкин стрелялся. Потом перевели меня в Таллин. Я командовал взводом, где навечно зачислен Александр Матросов, причем был самый лучший взвод в дивизии. И всегда даже инспекторские поверки показывали. И приезжали военные миссии, смотрели. Вот после этого я курсы кончил годичные в Ленинграде, и меня отправляют в Германию. Но так сложилась судьба моя жизненная, что я говорю себе, что я в Германию не поеду. Иначе может случиться несчастье. Может случиться так, что где-то я просто себя не сумею сдержать, где-то выпью там или прочее, и немца какого-нибудь застрелю, и я опозорю и мундир советского офицера, и свою честь, и попаду под трибунал. Ну, я вот с такими вот мыслями настроился, и я пришел в отдел кадров округа, когда мне дали направление в Германию, и начальнику отдела кадров округа рассказал ему всю свою жизнь. Я говорю, товарищ генерал, я говорю, не выбираю место службы. Я говорю, согласен служить где нужно родине, везде, только не в Германию. Ну, и он сказал всю мою историю. Он согласился, в принципе.
И я говорю, я согласен на любое место. И меня в Заполярье, на границу Норвегии. Самый рыбачий почти. Ну, вообще чувствовали после войны вы на себе антисемитизм или проявление антисемитизма какие-то? Нет, особого не чувствовал, вот только при поступлении в академию. Расскажите. Вот. Ну, нас трое сдавало в академию, четверо сдавало в академию. И все мы сдали нормально, хорошо сдали, успешно сдали в академию. Академия была военно-транспортная академия, а мы все офицеры строевые, артиллеристы. Значит, сдали, проходит определенный срок, вызывают на установочные сборы в Ленинград. Трем пришло, вызов пришел, а мне нет вызова. Я спрашиваю, это запрос делаю, пишу туда. Мне приходит ответ, что вы не зачислены в академию, поскольку не имеете опыта работы в данной отрасли. И я говорю, где же логика, понятная первокласснику? Они имеют опыт, а я нет. Когда мы вместе кончали Суворовское и нормальное училище кончали, артиллерийское, и тем более, что они не были на фронте, а я-то на фронте был, и в партизанах. Был, уже и пороха понюхал, и смерти в глаза не раз смотрел. Они опыт имеют, а я не имею. Это какой был год? Это был 52-й или 53-й год. Вот как раз началась эта эпопея с этими с врачами. Космополитизм и да. Врачи. Да. Дело врачей. Так я написал, да, у меня до сих пор хранится письмо Ворошилову. Ответ пришел, обращайтесь в приемную комиссию. А приемная комиссия говорит, вы не имеете опыта работы. Ну, я тогда подумал, что ясно мне все это дело. Вот. И я сказал себе тогда, что все ясно, мне нужно изменять, так сказать, направление своего жизненного пути. Мне Ванькой Изводным всю жизнь я не намерен быть. Надо уходить на мирные рельсы, переходить на гражданскую жизнь. Устраивать свою жизнь. Вы же даже говорили, что вы участвовали в Параде Победы. Да. В 45-м году всего я прошел сколько вот, 49, вот это 40, 45, 46, 48, 49. Вот это 10 парадов я прошел по Красной площади. Из них на Парад Победы в том числе. И когда вам был отказ, даже никто не учел то, что нет, вы участвовали? Нет. И я был, у нас всего училище было, я уже тогда награды имел, мальчишкой за партизанское действие. И вот, и, значит, и я шел просто, у меня душа трепыхала, две медали здесь, как наравне с теми, которые прошли, пол Европы прошагали, я вместе с ними, как победитель, шел по Красной площади. Это было зрелище. Незабываемое зрелище. Вы испытывали чувство гордости за... Да. За свою страну? И за страну, и за себя, что я остался жив, рад, все было. Конечно, это было незабываемое зрелище. Скажите, а вот после того отказа, когда вам не разрешили вступать в академию, да, у вас было чувство изменить национальность как-то в паспорте? Нет, национальность у меня никогда. Желанием. Вот я же вам говорил, я был приемным у Якова Петровича. И Яков Петрович мне неоднократно предлагал, давай я запишу тебя на свою фамилию, Валуева. Я говорю, нет. А почему вы не схватили? Я говорю, если бы это мои родители были какие-то изменники или враги народа, другое дело. А как-то я могу отказаться от своих родителей. Нет, я говорю, я говорю, вам признателен, Яков Петрович, я очень благодарен вам, но фамилию я свою менять не буду. Скажите, пожалуйста, у вас не было желания уехать тогда? Нет, не возникало. В тот момент? Не тогда вообще нас даже и не слышали здесь, чтобы кто-то уезжал.
Это началось где-то в 80-х годах. А тогда вообще понятия, никто никуда не уезжал, никто не рыпался, не сыпался. Но все равно было ли у вас чувство какое-то унижения? Я Куравская Светлана. Беру интервью у Хизвера Владимира. Город Смоленск, Россия. Владимир Иосифович, мы с вами говорили о том, что вас не приняли в академию, и вы считаете, что это из-за вашего пятого пункта. Не только лишь. Испытали вы какое-нибудь чувство унижения в связи с этим? Безусловно, безусловно. Мне было горько и обидно, что, пройдя такие трубы медные и, значит, столько видя горя, несчастья, смерти и все, я не заслужил, чтобы, значит, учиться в академии. Тем паче, что я также сдал успешно в академию, как и эти мои товарищи трое. Их зачисляют, а мне, как все равно отписка какая, ну, пацану, не понимающему ничего, пишут, что я не имею опыта работы по избранной в академию специальности. Угу. Ну, скажите, а это вас подвергло к тому, чтобы потом лишний раз не говорить о том, что вы еврей, скрывать вашу национальность? Нет, это меня не подвергло. Я просто сделал себе вывод, что я человек, так сказать, не очень необходимый в армии. И я решил просто изменить свой жизненный стиль и перестроиться на гражданские рельсы, где я могу приложить свои знания, что пока молодой, пока я без семьи, один, я сумею что-то приобрести, какую-то специальность, кончить какое-то учебное заведение, вот, и продолжать дальше жить, жизнь-то. Скажите, идёт, пожалуйста, дальше. После войны вам уже были известны сведения о том, что гитлеровцами проводилась целенаправленная политика по уничтожению еврейского народа? Да, после войны я уже, так сказать, в курсе дела был, и много слышал и читал даже сам о этих зверствах, которые были учинены фашистскими. То есть то, что случилось с вами, с вашей матерью, с теми, кто были в гетто, это лишь часть вот этого плана. Вы понимали это? И я тогда еще убедился, что вот это вот в этой трагедии очень много вины лежит на советском правительстве. На нашем, потому что оно не поставило в известность, не широко не рассказало народу, людям об этой стороне деятельности, если можно так назвать, об этом варварстве этих фашистов, так, чтобы как-то люди реагировали, они ж могли эвакуироваться, могли и спастись многие, и вовремя принять какие-то свои меры для спасения себя. А так они были обречены, они в незнании, они ничего не знали. Они были просто обречены на смерть. Скажите, а после войны в газетах или где-то по радио передавали о том, что вот, допустим, в Смоленске, в Завинках погибли именно евреи, были расстреляны, только евреи? Или... Передавали, только не по центральному радио. По Смоленскому радио передавали. Несколько раз у меня даже брали, и интервью брали, и вот здесь краеведы наши смоленские ко мне приходили домой даже, и там в Завеньках, когда я узнал, и когда я уже демобилизовался, приехал в Смоленск, начал свою мирную жизнь, я каждый год там бываю, каждый год и неоднократно. На День Победы я там всегда бываю. То есть это не скрывалось в средствах массовой информации, что здесь именно евреи были расстреляны? Да, это не скрывалось. Но это и не афишировалось так часто. А это от случая к случаю. И надо сказать, что там ведь я потом, когда я познакомился со многими людьми, причастными к этому, и русскими людьми. Причастными к чему? Вот к этой трагедии, в смысле, которые занимались этим вопросом, так, они мне сказали, что, Володь, там не только евреи похоронены, там похоронены и военнослужащие, солдаты наши.
Потому что могила эта, этот ров, где примерно он 50 метров длиной, так, он был на 2/3 только заполнен трупами мирных граждан еврейских, вот, еврейской национальности. А остальное потом по мере... Потом, да? Да, по мере того дополнялся расстрелами и других. Там и цыгане там были, там были и военнопленные были. Так что там не только евреи лежали. Угу. Когда вы приехали в Смоленск после войны? Уже окончательно? Я окончательно приехал в Смоленск в декабре 56-го. Вы были уже женаты? Нет. Вот в декабре у нас... Как раз, как я приехал, 1 января на Новый год у меня была свадьба в Москве. Познакомились вы с вашей будущей супругой в Москве? Да, в Москве познакомился. У меня там была такая очень хорошая знакомая, преподаватель смолячка, партизан, которая кандидат исторических наук, Лагунова такая. Она в МГУ работала на историческом факультете. И она дружила вот с этой семьей. В этой семье было своих детей, у них было у тещи моей трое. Две девочки и малый был. Ну, они взрослые уже были. Ну. И она еще взяла вот мою Зинаиду, взяла на воспитание. Она не родная ее дочь. Она не родная ее дочь. Это по отцу, это отца. Зинаида Сергеевна моя, это отца, сестра родная. Она была учительницей, заслуженный учитель, орден Ленина имела. 40 с лишним лет проработала в школе, в начальных классах. А ваша супруга знала о том, что вы еврей? Знала. Она хорошо к этому отнеслась? Не было проблем? Во всяком случае, проблем никаких не было. Ну, а вот в смысле, так сказать, ее родственников там, может, и разговоры и были. Но при мне никогда не высказывали, и меня очень уважали, очень уважали. Ну, даже моих детей, вот дочку даже, она забрала туда, вам, говорит, будет там в Смоленске на первых порах тяжело, Володь не устроен, и квартиры нет, и существование еще только мне за звание оплатили, мне же не платили пенсию военную, у меня выслуги не хватило. Никита Сергеевич уволил тогда. Да я и сам рапорт писал, я больше не хотел слушать. Вот. А у меня выслуги не было. Льготное было 18 лет. Со льготами, со всеми, за полярными. Поэтому трудновато было. И она забрала Анютку туда. А Зина там и рожала, Анютка там и родилась в Смоленске. Ой, это в Москве. И она до года там держала ее. Сколько у вас детей? Двое. Дочка и сын. А они знают о вашей судьбе? Знают, конечно. Вы часто им рассказываете? А? Часто рассказываете? Ну, теперь я не знаю, теперь часто не приходится. А на первых порах, когда они поменьше были, теперь еще не понимают все, то тогда часто приходилось. Mm-hmm. Знают, прекрасно, и дочка знает, и сын знает. А вы пытались познакомить их с историей еврейского народа? Я сам ее очень плохо знаю, поскольку я не владею этим языком еврейским. Ни идиш, ни иврит, ни я их не знаю этого языка, понимаете? Так что, и поскольку у меня, ну вот в Смоленске у меня есть, конечно, достаточно хороших людей, таких евреев. Ну вот Рабинович, доцент пединститута, ну и друг со мной, довоенный еще. Мы вместе работали, Капулкин Лев Яковлевич. И брат его со мной. Ну, они тоже не знают ничего. Ни традиций, ни этих, ни народных всяких, вы понимаете... Обычаев, да. А дети вам задавали такие вопросы, почему с евреями произошло такое во время войны? Пытались задавать такие вопросы? Нет, они не задавали, они сами уже прекрасно понимали. Почему это произошло? Они сами уже понимали прекрасно. Скажите, но вот условия жизни в советское время как-то побудило их к тому, чтобы
Наверное, не носить еврейские имена, еврейские фамилии. Ну да, особенно вот в последнее время, тем более, что у нас брак-то разнонациональный, супруга у меня русская, я еврей. Ну, и когда были несколько случаев, вот особенно с Лёшкой в школе, но... Лёша под какой фамилией пошел в школу? В школу он пошел по своей фамилии, Хизвер. Угу. Вот, и кончил ее как Хизвер, все. И вот там был случай, когда, значит, его там малый один упрекнул. Но там преподаватель такой был, у меня же он спортсмен, мастер спорта, и преподаватель по физподготовке его очень уважал как человека, как спортсмена уважал. И когда этот случай возник, он этого малого так нам тряханул в спортзале и сказал, чтоб я больше этого от тебя никогда не слышал. То есть этот мальчик пытался оскорблить его по национальной принадлежности? Да, да. И даже был случай не явно, не прямой, а так и не сказать, даже учитель, даже классный руководитель такая была. И вот я сейчас, проходя мимо этой школы нашей, восьмой, у меня такое чувство осталось от этой школы, неприятное чувство осталось, что я туда никогда не захожу. Вот меня несколько раз в 20-ю школу приглашают как участника войны, рассказать, как ровесника ихнего, рассказать о своих воспоминаниях в период войны, все, а как участника парада, победы и прочее. В свою школу меня один раз пригласили, и я сказал, в свою школу, где учился Лёшка, я никогда не пойду, моей ноги там не будет. И я никогда не ходил. Скажите, а почему Лёша поступал в институт под другой фамилией? Лёша поступал, почему? Потому что вот такая обстановка, и тем более ему и в армию идти, и чтобы не было никаких эксцессов, чтобы не было никаких травм его, mm-hmm. так сказать, это он говорит, ну, посоветовался с нами, говорит, папа, вот как вы смотрите? Я говорю, ну, он же уже получает паспорт. Я говорю, ты взрослый человек уже, решай сам. Я говорю, я не обижаюсь. Поступай так, как тебе лучше будет, и как тебе совесть велит. То есть он знал, что лучше все-таки будет здесь, в этой стране спокойнее будет, на душе спокойнее будет. Вот. Ну, видели вы его, знаете его. Да, вы нам покажете потом. А расскажите про вашу дочку. Ну, дочь кончила школу вторую. Она тоже была Хизвер? Да, она была Хизвер. Потом вышла замуж, вернее, это, в институте. Она не меняла фамилию? Нет, она мужа фамилию брала. Нет, до того, как вышла замуж, она не меняла фамилию Хизвер, мамы? Нет, она и в институте пока, там, на третьем курсе она, по-моему, вышла замуж. Она испытывала какие-нибудь к себе проявления, да? Вышла она за Серовайского, такой вот был здесь. Как они познакомились, я даже не знаю. Еврей такой. Ну, неудачный был брак. Неудачный брак был. Он оказался не очень порядочным человеком. Вот, и она развелась с ним. Это у нее второй брак. Испытывала, наверное. Но она никогда не делилась со мной этими своими мыслями. Ну, я думаю, у нее такой характер, как у меня. Вот. Она такая общительный человек. Ну, я думаю, что у нее не было особых осложнений с этим. Она не брала это слишком близко, наверное, к сердцу. Может быть, она не брала это слишком близко к сердцу, да. Хотя, наверное, переживала. Может быть, когда остается, так она переживала, может быть. Ну, во всяком случае, она со мной не делилась. А у ваших детей не было желания уехать из этой страны? У Лёшки вот появилось недавно желание уехать. Куда? В Израиль. Вот. А Анютка нет. Угу.
Скажите, Владимир Иосифович, у вас были ли после войны контакты с так называемыми компетентными органами или Комитетом государственной безопасности? У меня контакты были. Не, я имею в виду... По линии? Не очень, может быть, приятные для вас? Или... Нет, таких контактов у меня не было. Вот. Ну, по другой линии совершенно. По линии узников уже. У меня были контакты. Меня приглашали как свидетеля, когда поймали этих полицаев, которые участвовали в уничтожении Смоленского гетто. И меня приглашали на процесс военного трибунала, который проходил в Смоленске. В качестве свидетеля? В качестве един. Причем они прямо написали в повестке, что приглашаетесь в качестве единственного свидетеля. Вот тогда я еще раз убедился, что Смоленского гетто, кроме меня, нет. В этот период никто, так сказать, никому не повезло, не дал Господь спастись. Скажите, а потом больше никаких вас не вызывали, не пытались что-то уяснить, как они обычно это говорили, или какую-то информацию от вас получить? Нет, вот был этот процесс, после этого никогда меня не получили. Ни в чем вас не уличали никогда? Нет, ничем меня не уличали. Я был членом партии с 18 лет, почти 40 лет. Я ничего, пропагандистом был, очень на хорошем счету, так сказать. Неоднократно меня премировали и грамоты награждали. Вот. Ну и как специалист, я инженер по оборудованию трикотажных фабрик, работал на одной и на другой фабрике. Все у меня уважали, и сейчас уважают все. И никто мне особо... я не скажу, что, так сказать, я очень чувствовал какое-то, ну... Отчуждение или унижение. Мне все... Ты, говорит, наш человек. Хотя и у тебя национальность еврей. Значит, ваша судьба после войны довольно-таки счастливо сложилась. Вы имеете прекрасную семью. Ну да, я скажу, что нормально. Нормально сложилось. Я имею прекрасную супругу, хорошую мать, хорошую хозяйку, труженицу очень большую. Что бы вы хотели пожелать будущим поколениям и тем, кто сейчас живет? Что бы я хотел пожелать? Я бы хотел бы пожелать, чтобы больше такой трагедии, больше такого издевательства над народом, чтобы ни одно поколение во всем земном шаре не испытало. Чтобы был мир на земле, чтобы все народы жили в согласии, в спокойствии, в мире и в дружбе. Ну, чтобы, наверное, никогда это не забывалось. И чтобы это не забывалось, да. И спасибо тем людям, которые взяли за это святое дело, чтобы это претворить, так сказать, ну, в документальную, так сказать, память, которая веками будет напоминать людям об этой трагедии. Спасибо. Представьте, пожалуйста, нам вашу супругу. Вот супруга моя, Зинаида Сергеевна. Сидите. Ну, садись здесь. Зинаида Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы хотели бы что-то пожелать вашим детям, сегодняшнему поколению, поколению будущего? Я хотела бы пожелать поколению вот этому, чтобы они знали о трагедии той, которую пережили люди, и в частности, вот такой, как мой муж, чтобы этого никогда не повторилось, чтобы будущее поколение не знало вот это, этих страшных ужасов, которые пережили люди еврейской национальности. Ну, что еще сказать? Спасибо. Мы будем надеяться, что такое больше никогда не повторится. Спасибо большое вам. Пожалуйста.
Можно. А вот на этой фотографии, Стоп. Которая... Можно. Вот эта фотография совершенно случайно попала ко мне уже после войны. Ее подарила мне вот эта девочка, изображенная вот здесь вот в середине. А я на фотографии с матерью сижу с левой стороны. Это нам было где-то по 3-4 года. Сфотографировались мы здесь, в детском саду, в Красном Бару. Это в пригороде Смоленска, в детском саду, на даче. Сейчас уже этих людей никого нет в живых, кроме меня. Мать мою звали Ханна Ароновна, а отца Земель Моисеевич. А это вот фотография моего отца. Его звали Земель Моисеевич. Был он кадровый офицер. И в 41-м году, в начале самой войны, погиб под Псковом. Там и схоронен. И вот только через 5 лет после... 5 лет мне пришлось разыскивать, где ее могила. Через 5 лет я только сумел найти могилу его. Там так прямо написано. Командир истребительного батальона Хизер Земель Моисеевич погиб тогда-то. Это в деревне Плаксино в Новгородской области. А это вот я в 49-м году, курсант Ленинградского военного училища, офицерского. А на этой фотографии дочь моя, Анна Владимировна, сейчас работает врачом, окулистом, здесь, в Смоленске, замужем. Ну, к сожалению, я не перспективный дед, нету внуков. Ни у дочери, ни у сына нет детей. Так что внуков у меня нет, что очень жалко. А это сын мой, Алексей Владимирович. Кончил школу, кончил институт физкультуры, мастер спорта по фехтованию. Ну вот сейчас хочет, оформляет документы и хочет поехать в Израиль. Женат. А это на фотографии первый командир моего партизанского отряда, с которым мы встретились вот после побега и мытарств по Смоленской области. Николай Петрович Грицкевич. Это мой, как говорится, праведник, спаситель мой. Он до сих пор еще жив. У меня неоднократно бывает. Сейчас уже меньше, сейчас ему уже за 80. Вот. Ну, мы с ним переписываемся, и он ко мне приезжает часто, ну, сейчас реже. Живет он в Брянской области, в Унечи. Тоже прошел очень тяжелый путь, так что страшный.